Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт. Эй! Ты нафига в красную зону поехал? Тварина, бля, судья продажный, козел ты, блядь. Мы прям на краю были. What you feeling, grenade? It's a grenade, hey, hey. Ух ты, козёл. А, тут хуйня. Блин, я умер. Сейчас в мою сторону, если пойдешь. Я выжил. Это нормально? Оракл у меня. Меня не видно. А? Офигеть. Вы еще всех убили. Просто на одном хп. Больной. Давайте ливанем, пацаны. Что-то мне уже не нравится наш настрой, блин. У нас настрой только побеждать. Артизи стоп делаю. Да ты запарил. Не работает. Ты просто играя. Да, я жил в криминальном районе. Артизи-блок это называется. Так, а у меня, короче, этот... Мой район назывался Квадрат. Но я, короче, у меня, короче, был район Квадрат, Чикаго, Шанхай. Я, короче, жил посередине, понимаете? Я просто без понятия, короче, мой дом. Короче, этот... Был центром, блядь, центральный, короче. Так что я, когда двигался по Шанхаю, я говорил, я Шанхая, короче. Когда я ушел в Чикаго, я говорил, я с Чикаго, пацаны. Когда в квадрате двигался, квадраты, короче, и все. По этой причине я был нейтральным, блядь. Вайпер наверху у меня. Да? Понял, почему вы теперь играете в Казахстане, там тоже квадраты. Да. Жан, где учился, Куш Муминова, у него школа, у него район назывался Ертык. Это, Куш, была казахская школа, где учились одни отморы, короче. Ну, Жан говорил, что он эту школу удержал, но вы не верьте, потому что, ну, Жан живитель, ну, хотя в 65-м, я не знаю, может, он здоровый. Смотрите, нападание. Нападание? Нападание. Хорошо, давай нападание сделаем. Я все взял. Пипец мы взяли, конечно. Где состав и инфу посмотреть можно? Состав пока нигде не посмотришь, так как еще ничего не известно. Так. О, мне бандану дали. Прикольно. Джонни Бонд пишет, я сейчас подмоюсь и буду, я готов, говорит. Мне кажется, надо давать по съебам, ибо они нас убьют просто, если увидят. Давай, поехали. Ну я, короче, сливнул, ты, давай, в принципе, давай, там ямки лежишь. Ты кинул хай мне. Я хотел смог тебе кинуть, чтобы ты уехал, братан. Смог? Диночка, привет. Они, короче, в ямке стали здесь. Что, у вас кто-то есть, пацаны? Я могу приехать и да, ребра сломать. Да, на этажках у нас вот здесь вот. Ну, вот здесь, на синей метке. А, это ваши проблемы. Опа, вас двое сразу. Садись ко мне, красавица. Только мост не пались, не пались под мост. Аноним. Жан, настало время собирать грубых опять. Настало время собирать грубых опять, да. Есть такое, кстати, аноним. Спасибо за поддержку, за сотку. И думаю, что будет что-то интересное. И вы это скоро все увидите и узнаете. Я надеюсь, вам понравится. И у меня у самого есть желание бешеное доказать всем обратное. Спасибо за поддержку. Ответы на вопросы. Кстати, сегодня, наверное, сделаем ответы на вопросы. И после того, как я отвечу на все вопросы, я, наверное, буду запускать конкурс, то есть розыгрыш. Так что не упустите, кто не подписан на мою группу ВКонтакте, обязательно подписывайтесь, и будет розыгрыш скоро. И участвуйте в розыгрыше. Давай, короче, Жан, подожди, давай я тебе закину бандану. Сколько это будет в катках? Там сразу Максу рассчитаем, как бы, и... А что за бандана? Просто бандан сейчас много. Не, ну красная, в смысле. Ох, которая на мне сейчас.
За красную бандану я с тобой целый день готов играть, брат. И называть тебя моим хозяином. Это смешно. Че, на Пикадо опять? Пойдем. На Батурин, вот этот, как он, фуфел. Вот сделайте клип Батурин, ты фуфел. Вот, можете ему отправить.